древнее искусство кочевых народов Центральной Азии. В былые дни горловое пение звучало из уст хакасских хайджи, когда те повествовали богатырские сказания о лаптахнымах. А уже завтра погрузиться в мир космических звуков смогут жители и гости Абакана. В Республиканской филармонии стартует первый международный конкурс горлового пения. Сохранение именно песенного искусства, а в частности горлового пения, это одна из важных задач, потому что уходят люди-исполнители, уходят сказители, уходит традиция, она живая, поэтому нам важно найти этих талантливых людей, нам важно передать опыт, мастерство. В масштабном конкурсе примут участие исполнители Хакасии, Тувы, Алтая, Калмыкии, Башкортостана, Якутии и Китая. Инициатор международного фестиваля – худрук хакасского ансамбля песни и танца «Ульгер» Вячеслав Кученов. Опытный исполнитель поделился. На своем веку повидал немало подобных конкурсов в Монголии и Туве. Обычно там они проходят конкурсы в виде спринта. То есть за 3-4 минуты нужно исполнить все, что человек может. Да? Мы постарались сделать так, чтобы каждый исполнитель мог исполнить в каждом стиле отдельно. Услышать горловое пение можно будет завтра в 18:30 в Большом зале Республиканской филармонии. А в субботу состоится гала-концерт. Кроме того, для ценителей жанра подготовили мастер-классы. Оскар Артамонов, Станислав Колчинаев, РТС.